находящимся в эксплуатации ТС, не применяются требования техрегламента к наличию подлежащей проверке элементов конструкции, которые не были предусмотрены на данном транспортным средством на момент его выпуска в обращение. Вот именно. И написано, что если у меня машина, выпущенная в 2007 году, введена в эксплуатацию в 2007, 2008, 2009, 2010, до выпуска техрегламента, на каком основании она подлежит проверке на вот эти конструкции, которые не были предусмотрены? Если там написано, что не подлежит... Знаете, почему эта статья написана? Потому что закон обратной силы не имеет. Я не могу вам предъявить машину в том виде, в котором она была, если тогда, когда я устанавливал эти элементы конструкции, такого техрегламента не было. Вы не можете меня наказывать за то, что я сделал. Если на тот момент, когда я это делал, это не было нарушением закона. Почему вы теперь наказываете меня за то, что я сделал, когда это было абсолютно нормально? Еще раз объясняю. Я пример беру. Например, Land Cruiser, да? Скажем, там 90-го года. Ответьте на простой вопрос. Машина 2007 года, бампер 2007 года. Я давайте на первый вопрос отвечу сначала, потом буду на второй вопрос отвечать. Пример привожу. Land Cruiser 90-го года выпускается с таким-то бампером. Вот есть определенный бампер, да, к нему, вот с таким выпускается. Потом, через 7 лет, уже выпускается с другим бампером. Но он подходит к 2007 да, года, например, он подходит к 90-м. На него можно поставить бампер с того года, который уже раньше, по линейке, уже линейка не та, но он подходит. Можно. Где в 74-й статье это написано? Вот все, что вы сейчас говорите. Ну, трактуйте. Откуда вы это все взяли? Вот 74-ю статью прочитайте еще раз. Если это абсолютно нормальный закон. Закон обратной силы не имеет. Поэтому все, что было законным до вступления в силу вот этого техрегламента, остается законным. Это абсолютно нормальная законодательная практика. Мы говорим, юристы посмотрят, право будет разбираться. Так давайте сначала юристы посмотрят ваши, а потом вы будете штрафовать всех за это. Я еще раз говорю, руководству будет доведено все на ваши пожелания. И они примут во внимание, конечно.